Приветствую всех на моей кухне. Сегодня я буду готовить завитушки с творогом, и наверх я буду посыпать штрозель. Для этого мне понадобится творог. В творог я положу одно яичко, сахар. Все это перемешается, и потом в тесто на раскатанное будет ложиться. Далее мне нужно будет 360 грамм муки, молоко 190 миллиграмм, сахар, куриные яйца 3 штуки, соль, щепотка, сливочное масло 60 грамм или же возьмите маргарин. И дрожжи. Я взяла вот такие вот свежие дрожжи. Мне нужно будет половинка. Все тесто я буду делать в термомиксе. Так, я начинаю. Так, открываю чашу термомикса, крышку поднимать. Сюда наливаем 190 миллиграмм молока. Так, 190. Сюда же отправляем щепотку соли и дрожжи. Далее закрываем чашу термомикса. На 1 минуту. Тридцать пять градусов. 37. И скорость 1. Греем молоко с дрожжами немножко. Молоко должно быть не горячее, тепленькое. Так что 37 градусов как раз будет. Готово. Далее открываем крышку термомикса. Сюда же мы отправляем ванилин пачку. Так, сахар 3 столовые ложки. Также сюда 60 граммов нужно маргарина или же масла сливочного. Так, ставим термомикс на весы и измеряем 60 грамм. 50. Итак, закрываем крышку термомикса. Также ставим на 1 минуту. Тридцать семь градусов. Скорость 1. Продолжаем. Готово. Все у нас нагрелось. Открываем крышку термомикса. Сюда же отправляем 3 яйца. Продолжение следует...
Берем муку, ставим термомикс на весы. Так, подожди, что случилось? Муки нам нужно 360 грамм. Закрываем крышку термомикса. Ставим на 3 минуты. На 3 минуты. И на замешивание теста в значок включаем. Тесто у нас замешивается. Итак, открываем крышку термомикса. Тесто у нас получилось немного жидковатое. Я добавлю еще муки. Так, ставим обратно на весы. Где-то примерно, сейчас я скажу, 250 грамм еще дотсу. Так, закрываем крышку термомикса, ставим ее на 2 минутки. Замешивание теста. Продолжаем. Итак, тесто наше готовое. Вот такое тесто должно было получиться. Вот смотрите. В общем, 360 плюс 250, это будет 610 грамм. Я взяла муки. Мне понадобилось. Теперь берем чашку, смазываем ее маслом подсолнечным. Вот так вокруг прям обильно, чтобы наше тесто не приставало к чаше. Вот так вот. Теперь сюда отправляем тесто наше. Вот такое вот тесто у меня получилось. Теперь его нужно обязательно все. Даем тесту нашему подняться примерно 40 минут, от 40 до часа. Накрываем его полотенечком и отправляем в сторонку. Термомикс можно выключить. Ждем, пока тесто наше поднимется. Итак, пока у нас поднимается тесто, нам нужно приготовить ривель. Для этого мне понадобится это мука. 50 грамм. Так. Ставим термомикс на весы. И измеряем 50 грамм. Сюда же отправляем ванильный сахар.
сахар 3 ложки. И сливочное масло или же маргарин 30 грамм. Ставим обратно термомикс на весы. И измеряем 30 грамм. Так, все. Закрываем чашу термомикса крышкой. Все это ставим на 2 минуты. И на замешивание. Все, крошка наша приготовилась. Открываем крышку термомикса. И смотрим. Я бы еще немножко добавила муки сюда. Крозель у меня получился. Я добавлю еще немного муки, где-то 100 грамм, потому что он должен быть рассыпчатым, штрозель. Итак, ставим термомикс обратно же на весы и добавляем примерно 100 грамм муки еще. Теперь закрываем крышку термомикса, ставим на 1 минуту и на замешивание теста. Замешивание штрозеля я имею в виду, да? Чтобы вы неправильно поняли меня. Ждем. Итак, готов наш штрозель. Вот что я имела в виду. Вот такой вот он должен быть. Рассыпчатый. Вот, смотрите. Вот так вот. Я не знаю, вы видите или нет. Вот так вот покажу вам. Вот такой штрозель я уже пересыпала. Он такой рассыпчатый, смотрите. Видите? Вот такой вот он должен быть. Итак, прошло 40 минут, поднялось наше тесто. Посмотрите, как. Нож прям вот трехтий. Такое вот хорошенькое, мягкое. Теперь берем, раскатываем круг. Посыпаю на плату немного муки. Такое хорошее тесто у нас получилось. Так, берем каталку и раскатываем. Итак, раскатала я круг, включила духовку на 200 градусов, потом я уменьшу на 170 где-то так. Теперь беру творожную массу, сюда отправляю одно яйцо. И сахар по вкусу, как вам угодно. Я возьму где-то примерно 4 столовых ложек. Два, три, четыре. Теперь берем это все, перемешиваем аккуратно. Вот так вот. Хорошенько.
Так, вот такая вот творожная масса у меня получилась с яйцом и с сахаром. Я взяла творога 700 грамм. Вот так вот перемешала. И теперь все это на тесто распределяю. Вот так вот я сделала. Все, теперь буду сматывать, в рулет. Вот такой рулет я раскатала я рулет. Вот такой вот. Теперь делю его на части. Не на сильно большие. Так вот. Приготовила я лист, на ней положила пергаментную бумагу. И сюда же слаживаю рулетики. Не забудьте, что рулетики должны у вас подняться немного, хотя бы дайте ему минут 10-15, чтобы они поднялись хорошо. А потом можете включить духовку и в печь. На минут так 20-30. Смотря у кого какая духовка. Собаки гавкают. Так, получился у меня, считай, один лист, как и всегда. Так вот, смотрите, вот так вот я их нарезала. Теперь беру немного, смазываю молоком и наверх посыпаю крошку. Вот я взяла в миску молоко и аккуратно. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы крошка держалась на вертушках. Это очень вкусно. Кто еще такое вот не делал, не пробовал, попробуйте его спечь, сделать. Это очень вкусно. Некоторые делают как булочки, вот так вот тоже. А я решила вертушечки делать. С творогом. И, конечно же, еще с крошкой. Так, теперь аккуратно посыпаем. Если у вас останется крошка, ничего страшного, ее можно всегда заморозить. И в следующий раз, когда будете обратно печь, можно ей пользоваться. Готовы мои вертушки с творогом и штройзелем или крошкой, как по-другому называют ее. Теперь берем, отправляем в духовку на 170 градусов. После того, как они поднимутся, где-то примерно 25-30 минут им нужно будет. Ждем, пока они поднимутся немного.
Итак, все, поднялись наши завитушки. Отправляем их в духовку на 170 градусов, примерно до 30 минут. Смотрите по своей духовке. Все, отправляем. В духовке находятся наши завитушки уже. Потихоньку поднимаются. Смотрите, какие они красивые. Итак, спеклись мои завитушки. Вот смотрите, как они выглядят. Пышные. Очень такие вот хорошие. А запах вообще беспредел. Вот такие вот завитушки у меня получились. В общем, всем, кому понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Хочу сказать еще огромное спасибо всем, кто подписывается на мой канал. До следующего видео. Пока-пока.